Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием «Зловещие мертвецы 2». Так, подходим к нашему старшому, надо с ним поговорить. А, значит, как это выглядит? Я обследовал это жуткое местечко, убил несколько зомби. Прекрасно, направляйся в пункт управления и принеси мне документацию о проводившихся там опытах. Фига себе, опыты. Откуда вон, откуда пришли все эти зомбаки? Ну что ж, отправляемся. Так, деньги. 28 минут еще осталось пока. Все, отправляемся, значит, на нужную базу. Так, литраж уменьшается. Вот, мы сейчас на этой научной базе. Сейчас будем смотреть. Доберитесь до пункта управления. О, зомбачки, зомбачки. Смотри, они сразу подошли и как бы мне не дали проход. Так, сколько тут бежать? Еще много мест. Но мы сейчас кинем гранату. Опа, а ты гад, чё? К тебе это не относится? Гранатку-то я кинул всем. Подожди, чувак. Дай перезаряжу. Так, все железо получил. Угу. Так, опять эта фигня, да? Есть. И доступ разрешен. Ух, идем. Так. Вам тут валяется. О, подожди, сколько вас много. Опять этот охранник, который мощный его. Его так не убьешь. Так, бросаем гранатку. Все, короче, полегли, кроме этого собутыльника. О, винт мне дал, спасибо. Так, а вы откуда взялись? Гады. Это что такое? Так, в этой системе что-то не хватает. Почините генератор. Почините запасной генератор. А, запасной генератор находится вот здесь. Так, зомбаки, отстаньте от меня. О-о-о-о, подожди, там куча зомбаков, и здесь куча. Да вы чё, гады? Давайте с вами побегаем немножечко. Так, идите сюда все. Так, взрывайся. Так, а вы самые смелые, самые сильные, которые не взорвались, да? Так, перезарядка. Так, сменим оружие. Вот это вот оружие получше. А ты чё, гад, не убиваешься? Я ж тебя в голову стреляю. Так, вот генератор, потянуть за рычаг. Все, мы дали, значит, напряжение. Все должно работать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда вы взялись? Смотри, да тут прям набегает куча типа, монстриков. Так, мы знаешь, как сделаем? Мы сейчас их сюда заведем. Все, идите сюда. А сам туда побегу. Все, обманули мы их. Входим сюда. Так, все, доступ открыт. Так, тут зомбаков нету, эти идут еще вдалеке. Гады. Так, что здесь у нас интересно? А, вот они, секретные документы. Уничтожьте прибывающую орду. О-о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 .
Нафиг, 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 нафиг. Откуда вы выползли? Алло. Закрываем, закрываем. Нет, нифига. Ой-о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 й. Все, сейчас. Сейчас меня здесь будут кромсать. Побегаем. Так, ну я думаю, подождем, пока они все придут. И сейчас мы гранатку кинем, да и все. Так, мне еще нужно найти документы по опытам. Кучу документов. Есть. Частично. Готовы. А этот гад, смотри, еще живой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько на тебя патронов так уходит, гад? А, куда? И сюда идти? А, вот еще документы, смотри. Так, берем документы. Опять зомби выползают, смотри. Сколько ж вас? Ну что ж, подождем, пока вы все выйдете сюда. Гады. Сейчас подождем и гранатку прочим. Один гад укусил меня. Один гад меня укусил. Все, бросаем гранатку. Да, не обойтись мне от выстрелов. Придется стрелять. Так, документы. Где документы? Вот здесь еще документы лежат. Сразу нельзя взять. Все, миссия завершена, наконец-то. Отлично. Сейчас вернемся в город. Идем к старшому. Вот документы. Есть что-нибудь интересное? Похоже, дело дрянь. Судя по этим записям, в результате некоторых экспериментов вирус начал мутировать. Этому миру вполне хватает одного вида зомби, чтобы тут расплодился еще и другой. Отправляйся туда и достань все необходимые нам припасы. Медикаменты, боеприпасы. Короче, все, что можешь отыскать. Когда все соберешь, мы уничтожим это проклятое место. Хорошо. А, ну сначала я пойду к торговцу, продам барахло, которое у меня тут осталось. Так, и вот это все как неделю. За 200 продаем. И идем. Ну что ж, курочка, петушочек, у вас все нормально? Куда побежал? Все нормально. Идем. Научную базу опять. Забрать еду, забрать канистру с бензином и забрать радио. 4 радио даже. Так, входим. Вот Раджишон. Вот только что отсюда и опять сюда мы возвратились. Зомбаков тут гасить. И куда идти нам? Здесь закрыто. Интересно. Вот это что ли боеприпасы? Есть. Так, это что такое интересно? Так, еще нужно. А, вот еда лежит. А, вот они лежат. Я их ничего не вижу, что ли. Есть. Забрать 4 канистры с бензином. Канистры. А где канистры? А, канистры у нас в другой комнате. Вот здесь где-то канистры у нас. Так. О-о-о-о-о-о-о. Друзья, слушай. Надо мне бросить вам гранатку.
Есть. Кто там чё? Все, никого нету. Чисто. Так, это все убираем. Там тоже завал какой-то, мы туда тоже поднимем. Так, опять у нас терминал. Есть. Есть, есть. Доступ разрешен. Так, о, сколько у вас друзей там много, а? Так, а сзади никого нет, нормально. Тут еще видишь, тут чувачки. О, бобы, бобы получат, нормально. О, вот канистры берем. Раз, два, три, четыре. Убейте зомби. Вот они зомбаки. Ну что, подходим к фейерверку. Ой. Вот еще остались. Недобитые, сейчас мы их добьем. Готово. Отправляемся дальше. Так, это все убираем. Сейчас опять будут зомбить. Смотри. Ты слышишь этот звук? Вот, я же сказал. Зомбачье. Зомбачье, зомбачье. Так, подходим, подходим, не стесняемся. Есть. Патрончики получил. А, вот оно радио. Раз, два, три, четыре. Вот, все, есть. Миссия завершена. Припасы для жителей леса. Все, вернуться в город. Все, идем, отправляемся в город. Старшой, слушай, чувак, все, я все сделал, все задание. Не, проще парень на реп, естественно. У тебя хорошо получается. Но все еще. Но вся наша подготовка к зиме полетела к черту. Что произошло? Все наши припасы пропали. Фрэнк, крысеныш. Он все забрал и сбежал на своей машине. Сначала он бросает меня на сиденье зомби, а теперь и это. Но мне Фрэнк изначально не нравится. Он отправился на север. Найди его. Забери наши припасы. И... А с огромным удовольствием. Да, этому Фрэнку мы накостыляем. Серию про Фрэнка, как мы его будем костылять, будет в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.